Итак, Юркис, пьяная луна против Матранг, медуза. Некоторые говорят, что это плагиат. Так это или нет? Сейчас я дам 100% точный аргументированный ответ. Начнем со структуры. Структура и той композиции. Куплет-припев, куплет-припев, куплет-припев. Припев. А кто-то скажет, что идентично. Но на самом деле, если мы возьмем, сколько всего бывает в мире треков с такой структурой, то обнаружим, что их миллионы. Поэтому это, разумеется, не довод. Дальше перейдем к куплетам. Вот, например, у Юркиса такой текст. На обветренных губах растеряли все слова, наши пальцы на курках, а под снегом голова. И сравните это с «Мы с тобою звездопад, два билета на паром, танцевали до утра под неоновым дождем». Звучит идентично, но значит ли это, что плагиат? Разумеется, нет, потому что у музыки есть несколько аспектов. И то, о чем мы говорим, это ритмический аспект. Та-та-та-та-та-та-та, та-да-да-да-да-да-да. Да, все соответствует, но это не значит, что это плагиат, потому что плагиат у нас по закону это мелодия и текст, а это ритм, он никак с этим не связан. Вот возьмите, например, знаете, есть такая песня зарубежная. Па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па, па-ба-ба-ба-ба-па-па-па, па-ба-ба-па-па-ба-ба. Ничего не напоминает? Да, очень напоминает текст. Этот парень был из тех, кто просто был из тех, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра шум. Но никто же не скажет, что «Беспечный ангел» арии – это плагиат. Конечно, нет. А ведь трек этот называется что-то там «Going to the right». Американский известный трек, которому уже 30 лет. Вот. Теперь перейдем к припевам. Ну или просто к звучанию. Вот послушайте, как это звучит у Юркиса. Наши пальцы на курках и под снегом голова. Ничего не обещай, мои руки высоко. Улетели мы за край. Ну понятно. А у Матранга? Очень похожие мелодии, очень похожее звучание. Но Матранга более такое глубокое, более такое серьезное, более такое какое-то загадочное. А у Юркиса более любовная, романтическая песня для караоке, для всего такого. Поэтому точно не плагиат. А теперь перейдем к припеву. Это самое главное доказательство того, что песни никак не связаны. У Юркиса он поет в припеве «Останься, останься, останься, останься». А Матранг поет «Медуза». Медуза, медуза. Обратите внимание. Кажется, очень похоже. Но на самом деле, если послушать начало припева, то у медузы послушайте, как это звучит. Вот сейчас. Медуза, медуза, медуза. То есть, раз, два, три, раз, два, три, раз, три. А у Матранга? Внимание. Останься. Заметьте, у него нету «останься, останься» в начале. У Матранга идет «медуза, медуза, мы друзья». А у него, а у Юркиса «останься, пьяная луна». То есть у него нет этого второго слова. Если бы Юркис сделал «останься, останься» в самом начале, тогда это был бы плагиат. Но тут нет. Но и сейчас шах и мат. Если послушать Юркиса где-то на минуте 45, то можно услышать дроп, брейк так называемый, место для танцев в музыке, и послушать, как это звучит инструмент. Ничего не напоминает? Иван Купала. А у Матранга ничего подобного нет. У Матранга в брейке играет примерно вот такой звук. Какой-то загадочный. Совсем другое. То есть одно дело русская такая песенка для караоке, другое клубный танцевальный электронное произведение. Итого делаем вывод. Матранг, Медуза и Юркис, Пьяная Луна абсолютно никак друг на друга не похожи и плагиатом не являются. Юркис, ты молодец, сделал крутой трек, не слушай хейтеров, продолжай завоевывать радиостанции и родственные связи тебе всегда помогут.